Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня очередной наш видео-выпуск на канале Multifish TV. И сегодня я представлю вам серию фидерных удилищ от компании Флагман, которая называется «Легенд». Обзор будет непредвзятый. Говорю всегда честно. И минусы, и плюсы, все как есть. И спасибо вам большое, что за то долгое время, что я, в общем-то, снимаю ролики, ни одного негативного отзыва о том, что что-то не так я сказал, да, или там приврал, условно даже, может быть, того не зная, никто мне ни разу еще не написал. Поэтому большое вам спасибо, что вы адекватные зрители, адекватные пользователи, да, канала, и честно и объективно, без всяких там заискиваний с одной стороны или там необоснованных наездов с другой, пишите все как есть на самом деле, да, и вот за это вам огромное спасибо, а также отдельное глубочайшее спасибо и низкий поклон вам за тем людям, кто подписан на канал и смотрит именно как подписчика, а не просто как зашедший без подписки, да, мои видео, потому что для меня это важно, для меня это ваше спасибо мне. Ну и в самом начале я должен сказать еще раз, потому что такие акции проводятся у нас регулярно, про акции, да, должен сказать, они проводятся, как я сказал, регулярно, акции на получение двух запасных частей бесплатно к любым удилищам, фидерам, спиннингам, матчам, балонкам, махалкам, краповикам и так далее, к удилищам, купленным у нас в магазине Multifish. Каждый покупатель, каждый, кто купил удилище, не обязательно компании Флагман, это и Дайва, и Black Hole, которая проводилась вот акции на них недавно совсем, да, и Волжанка та же самая, Zemex. То есть вы имеете право получить две запчасти в год совершенно бесплатно. Условия это, два условия обязательно для выполнения. Это период действия, ну, в период действия акции вы получаете эти запчасти, да. Об акциях я буду писать только в социальных сетях и нигде больше. Поэтому первое условие, это вы должны, этот удилище должно быть куплено только в магазине Multifish, даже год назад, полгода, полтора года назад, неважно. Вот, поломка может быть по вашей вине, беспроблемно, то есть хоть дверью машины зажали, хоть наступили, как угодно. И второе условие, вы должны быть подписаны на социальные сети, на страничке в социальных сетях магазина Multifish. Это Telegram-канал, ВКонтакте, YouTube, Рутюб, Facebook, Instagram. Вот два условия: покупка у нас и подписка на социальные сети, каналы, социальные сети к страничке Multifish. Все, вот в этих ситуациях вы бесплатно получаете две запчасти в год. Подробно, как их получить, нужно будет фотографию прислать поломки и номер заказа того, который вы раньше, когда, по которому вы раньше получали удилище. Сразу один момент, потому что сейчас единственный, наверное, нюанс, который не все еще поняли почему-то, хотя я об этом постоянно говорю. Купленные удилища у нас и оформленные заказы по ним в один клик не участвуют в акции, потому что мы не можем вас идентифицировать, кто вы такой. Вы ничего туда не вводите, кроме имени и телефона, и они у нас в памяти нашей программы, да, они магазинные, они не сохраняются. Поэтому заказ обязательно при покупке удилища, если вы хотите потом бесплатно быть обеспечены запасными частями, обязательно оформляйте полностью, полноценный, с регистрацией. Только такие заказы участвуют. Ну, в общем-то, на одной ноте поехали к легендам сразу. Значит, серия насчитывает 10 фидеров. Я вот так их разложил. Сначала 5, потом будет еще 5, чтобы они здесь не мешались нам. Бланки сделаны из бюджетного уголечка 24 и 30 тонн, то есть он смешанный, скорее всего, там один тоннаж в комле, другой тоннаж, да, условно тоннаж, да, в верхней части бланка. Посадочный диаметр всех вершинок 2,8, ко всем фидерам в комплекте идут две вершинки, ну и, в общем-то, фидера бюджетные. Строй указан производителем как прогрессивный. Могу сказать сразу, что в целом, как бюджетная линейка, мне она нравится. Я и переловил все. То есть у меня есть фидера, которые у Флагмана, которые мне не нравятся, которые, я считаю, они не должны столько стоить. Это какие-то нюансы, вот как
чуть-чуть абстрагируюсь к себе, да, к своей фирме Сабанеев. Вот у нас фотоны простые, без приставочки Pro, которые шли, они вот я прямым текстом говорю, я их сам продаю, да, это мои фидера, это, да, удилище, которым я занимаюсь, правда, которые пришли, были в продаже и появились в продаже еще до моего прихода в Сабанеев много лет назад. Вот они по тем ценам, которые сейчас есть, они этих денег не стоят, покупать их не нужно. Хотя они продаются. Но, естественно, я всем это не скажу, но вот в приоритет зрителей моего канала Мультифиш, вы знаете правду, да, ну, соответственно, если человек с улицы, кто-то там приходит, заказ к вам приходит, и заказ фотона, да, естественно, мы ему отдаем и продаем, мы не будем каждому клиенту говорить, что, или каждому покупателю, да, что он не очень хороший там, да, вы вот возьмите другой лучше за эти деньги, но если ему нравится, значит, он нравится. Но вот с моей точки зрения, я абсолютно доказуемо это все объясняю, потому что я сам разработчик, я занимаюсь этим, я бываю на заводах регулярно. Я говорю, что сейчас вышли серии «Импульс», которые я сделал, которые на голову выше современней фотонов, а которые стоят дешевле. Ну, в общем-то, вы это знаете, а вот все остальные, соответственно, кто не смотрит, ну, пускай покупает, как они считают нужным. Это вот маленький нюанс, это вот к чему я это все сказал, к тому, что вот серия «Легенд», она как раз вот похожа на «Импульс» мой, да, то есть она, в принципе, бюджетная, она из дешевого угля, ну, прямым текстом дешевого, я не могу, ну, скажу бюджетного, хорошо, там вот просто некоторым не нравится слово «дешевый», но здесь действительно бюджетный уголь. Но так как она сделана, по тем нюансам, да, как проработан строй и так далее, они приятные, да, они как бы, да, дешевенькие, но они приятненькие, они стоят, это для непредвзятого рыболова серия «Легенд» вполне удобоваримо. Значит, давайте по старой схеме, как мы всегда меряем, значит, я буду так, в общем-то, и мерить. По весу сразу скажу, он совпадает, ну, плюс-минус чуть-чуть с показателями на Мультифиш, и транспортная длина тоже совпадает. Поэтому смотрите, пожалуйста, там, чтобы мне время сейчас не терять на эти обвешивать каждый фидер. То есть, в отличие от многих фирм, допустим, от того же Майера, который ничего не совпадает, практически очень многое не совпадает, скажем так, перевешиваешь, там просто колоссальные там разбеги в весе, и большинство фирм этим грешат очень. Да, то есть здесь как раз все у флагмана, ну, удивительно, но действительно я как бы вот прям к чему-то серьезному придраться в плане каталожных параметров, характеристик я не могу. Ну, разве что кто там пишет какие-то строй, там для него это прогрессивно, а я вижу, он явно не прогрессивный, но это вот нюансы, которые, видимо, просто слово «прогрессивный» для, вот, я как бы, ну, чуть-чуть отступлю, вот у нас из 10, давайте, человек, кто нам звонит в магазин и говорит, ребят, надо вот прогрессивный строй. И ему даешь там 3 фидера, допустим, да, и как бы он говорит, а какой из них прогрессивный? Я говорю, а что вы спрашиваете, если вы даже не знаете, какой строй прогрессивный? Он говорит, ну вот везде пишут, что надо прогрессивный. Я говорю, а вы где ловите? На сильном течении. Я говорю, ну какой же прогрессивный там на сильном течении? Вот. Ну вот везде так пишут, что это самый современный строй. То есть люди в массе своей даже не понимают, что такое прогрессивный строй. И как бы тем не менее, вот имидж такой этого слова, красиво звучащего, да, все ломятся за прогрессивным строем. Хотя он может просто не подходить ему для рыбалки и так далее. Ну вот, может быть, отчасти в каталоге флагман очень много встречается слово «прогрессивный», потому что где границы этого прогрессивного, никто толком сказать не может. Ну вот, я вам стараюсь максимально объективно все рассказывать. Значит, поехали. 360 до 60 моделька «Легенд». Значит, расстояние от кольца нижнего до центра катушки держателя 59, рукоять сама 45, диаметр кольца внутренний 19, перемериваем, 19, диаметр бланка. Вот у бюджетного фидера, достаточно бюджетного, он всего-навсего 14. Ну, приятный, то есть не могу сказать, что это прям супер, но это неплохо. Да, по катушке держателя, вот то же самое, бюджетный катушка держатель. Лапочки достаточно высоко посажены, то есть туда заходит катушка, в принципе, пятитысячник, шеститысячник сюда встает. До конца я открыть не могу форогрип, чтобы посмотреть, насколько хорошо тут сидит.
закрыты ли дырки. Значит, дальше по поводу пробки. Это обои, это не пробка, пробочные так называемые обои. Я ими долго не ловил, то есть у меня они в пользовании, буквально несколько рыбалок были. Вот, но вот могу сказать только по внешнему виду, что пробка неплохая, ну и, конечно, не супер хорош. То есть примерно вот в тех же ценах там, бюджета, которые есть. Но она, нареканий на нее пока что не было. Единственное, что снимайте полиэтилен. Эва точность также. Она тоже неплохая, то есть тоже нареканий нет. Вот эта вот кнопочка здесь такая торцевая, пластиковая. Ну, защищает как-то вот комель от, да, от ударов. Мягкий бланк матовый, покрашенный, просто краска. Колечки здесь стоят бюджетные, китайские. По поводу керамических вставок. Было два нарекания, что пилилась керамическая вставка кольца на плетне. Но вот когда мы выяснили, я специально нашел телефон этого человека, кто звонил там с просьбой заменить кольца. Три человека звонило, двум мы заменили бесплатно, потому что как раз, ну, по гарантии условно, на наш гарантии нашего магазина, который, потому что одно дело гарантия флагмана, другое дело гарантии еще и нашего магазина есть, а для наших клиентов, покупателей мы всегда идем навстречу во всех критериях практически, насколько это возможно. Вот люди сказали, что они выматывали кормушки тяжелые напрямую, да, не выкачивали, а именно вот так вот выматывали напрямую из воды, пока было большое сопротивление, притом по 3-4 рыбалки в неделю. Вот может быть в этом причина. Но продаются они массово, легенда, и в принципе вот нареканий всего 3 было, да, по поводу пропила колец. Поэтому, скажем так, моделька бюджетная, китайская, там их куча этих моделей в этой сегменте, то есть это... Поэтому вот не могу ничего сказать насчет того, что вот действительно это косяк какой-то конкретных моделей, при том... Либо это вот, ну, скажем так, если вы будете выкачивать, то есть вы берете кормушку, подтянули из воды, подмотали, вытащили, подмотали, еще уже вышла она на поверхность и дальше уже напрямую крутите. Если так делать, я думаю, что ничего у вас никогда не пропилится. Но в крайнем случае, если уж что, две запчасти в год бесплатно при покупке в мультифиш, сами знаете. Так. Колечко померили у этой модельки. Все померили. А, вершинки. Ну, соответственно, две вершинки. Они пронумерованы. Здесь единичка и двушка. На них стоят противозахлестные кольца. Тьфу, противозахлестные. Ну, тюльпанчики такие, силовые, мощники. Ну, относительно противозахлестные. Они такие с... Я вам покажу на фото. Ну, для чего они поставили такие модели? Я, честно говоря, не знаю. Они чуть увеличивают просто вес вершинок, и это как бы не очень хорошо, с моей точки зрения. Но если уж усиливать, то тогда уж тюльпанчик бы чуть-чуть противозахлёстным сделали, чтобы избежать там перехлёстов за тюльпан, потому что вот за эти кольца реже гораздо бывают перехлёсты, чем за тюльпан. Ну вот люди сделали так, ну значит так. Ну вот я, когда ловил, у меня перехлёстов не было. Вершинки, кстати говоря, разные по длине. Значит, та, которая желтенькая и лайтовая, да, она у нас 55, а красная пожестче 52,5. Ну, как я сказал, посадка 2,8 у всех. В принципе, под этот диаметр достаточно много вершинок. У нас есть все вершинки в наличии, оригинальные под всю серию легенд, но если вдруг когда-то там что-то где-то закончится, имейте в виду, что мы можем подобрать совершенно спокойно под любые фидера. У нас большое количество вершинок от разных производителей. Значит, следующая десятка, это у нас 300 до 60. Диаметр бланка
11. Внутренний диаметр нижнего кольца 15. Расстояние от кольца нижнего до катушкодержателя 52. И длина рукояти 41. Следующий, 360 до 150, мощная палочка, такая силовая, от кольца, значит, до середины держателя 60, рукоять 46, диаметр бланка 15, вершинок 2, как всегда, значит, двушка и четверка. Тоже разной длины, здесь уже крупненькие кольца, более крупненькие, чем на первом варианте. Поэтому, как бы вот, как я всегда говорю, и как я ловлю с шок-лидером, то есть 0.13, 0.12, 0.11 плетня, плюс шок-лидер 0.24-0.28 монка. Узел правильный вяжите, обязательно посмотрите на сайте у меня на мультифише, в обзорах и советах есть правильный узел поэтапно, как что там мы делаем, продеваем. Вот его вяжите, и у вас все здесь будет пролетать, ничего не хрустнет, не царапнет, там, да, не захлестнется, все будет улетать прекрасно и подматываться тоже. Так, диаметр кольца 24. Вот я не помню, мерили ли мы диаметр бланк предыдущего, давайте еще раз на всякий, 300 до 60, по-моему, мерили. Да, 11, и вот у этого, который 360, у нас до 150, диаметр бланка 15. То есть, так, дальше, следующий у нас 360 до 100 грамм. Вершинок также 2, также разной длины. Карбон. У всех остальных, кстати, тоже карбон. 54. Да, 54. И лайтовая 52. 2,8 посадка. Диаметр бланка 14. Кольца 18. Расстояние от колечка до центра катушкодержателя 60, длина рукояти 45. Следующий 390, 100 грамм. Ну давайте с размеров, значит, рукоять 50, от центра, от кольца нижнего до центра держателя 64, вершиночки такие же, как и предыдущие, 54 и 52. Тоже карбон. 2 и единичка. Двушка и единичка. Да, двушка и единичка. Так. Диаметр бланка. 24. Нет, вру. 14. Диаметр внутренней колечка нижнего. 18. Так, следующее. 270 до 60. Расстояние от нижнего кольца до центра держателя 67. Длина рукояти 40. Диаметр бланка 11. И диаметр кольца 15. Так, две вершинки, все карбон, единичка и двушка. Следующий у нас получается 3,25 по длине до 60 грамм. Значит, рукоять 41, от кольца до центра держателя 53, две вершинки, 2 унции и единичка. Диаметр колечка 19, диаметр бланка 13. Так, следующий
390 до 150. От кольца нижнего до центра держателя 60. Рукоять 50. Две вершинки 2,4 унции. Диаметр бланка 16. Толстенький у нас он. И 25 кольцо миллиметров. Следующий у нас 420 до 100 грамм. Мощная палка. Вот к ней есть вопросы, кстати говоря, но я сейчас расскажу. 55 расстояние от кольца до центра держателя. И 53 рукоять. Ну вот сразу вопросы. Колечко 18. Диаметр бланка 16. Две вершинки, единичка и двушка. 420 до 150. Рукоять 53 от центра кольца, от кольца нижнего до центра держателя 56. Две вершинки в комплекте с крупными колечками. 2,4 унции. Диаметр бланка 17. Колечко 24. В целом так. Давайте разложим. Господа, поехали. Понагружаем. Значит, 270 до 60 грамм. Смотрите. Вот такой лайтик. Приятно очень в руках лежит. Легко, изящно. Для такого угля, в принципе, даже более чем изящно и приятно. По строю, вот смотрите. Да, он прогрессив. Это, ну, прогрессив ближе к среднебыстрому строю. Сразу скажу по нагрузке. Про перегрузы почему-то всех интересует. Можно ли перегружать? Вот 60 грамм, его перегружать можно очень аккуратно, процентов на 20, не больше, но при этом теряется дальность. Поэтому если это фидер для ближнего боя, для ближней дистанции, универсал, значит, сразу скажу, что на все модели мы поставили вершинки самые легкие из комплекта. Там их две, каждому идут, да, ну, соответственно, самую младшую мы ставили. Ну вот, смотрите, давайте нагрузим. Вот такой средний быстрый прогрессив, я бы сказал. Вяжет прекрасно, отрабатывает замечательно. Вот, но сразу скажу, что по точности он хорошо работает на с кормушками 42 грамма. Дальше, если вы средней кормоемкости, либо маленькой кормоемкости, если чуть больше ставите, дальность у вас уже не будет хорошей. Дальности и точности, кстати говоря, да. Значит, следующий 300 до 60. Ну, такой классический, очень популярный фидерочек. Среднебыстрого строя, видите, с приятным гасящим рывки рыбы бланком. С противозахлестными колечками. Мне очень не нравятся. Отличные колечки. Смотрите, ну, как я сказал про пропил, но я думаю, что это в каждом фидере, в каждой серии, я вас уверяю, даже в очень дорогих моделях, все равно встречаются люди, кто как-то умудряется там что-то пропилить. Если это, скажем так, из тысячи проданных фидеров, два человека приходят с такой проблемой и вообще заявляют о таких проблемах, ну, ни один производитель учитывать это не будет. Поэтому это не считается нареканием каким-то и так далее. Значит, смотрите, вот этот фидерочек за счет своего строя, он уже пошлет дальше, и у него с точностью все в порядке. То есть мне он нравится очень по точности. Ну и, соответственно, как рыбку вяжет тоже. По поводу дистанции до где-то с 35 метров он работает. По поводу нагрузки 42 грамма.
Он бросает хорошо. Я ставил 56 грамм небольшую кормушку с овальными дырочками средней кормоемкости. Тоже работает 35 метров. 40 он бросает. Ну, отлично. За 40 уже все, начинает проваливаться. Нагрузим. Ну, строй такой же, видите. Вот, смотрите, как я тащу его вверх. То есть на карпе, на плотвичке даже, на леще, то есть отрабатывать будет хорошо. Вот чем нравится мне серия «Легенд», хоть она и бюджетная, и, в принципе, я далеко не часто, то есть я и ловил только на тестах, что называется, да, брал для тестов. Но хорошие палочки очень. Вот за счет строя они очень приятные. Для меня это вот одни из любимых фидеров по строю. Значит, следующий у нас 325 до 60 грамм. Тоже противозахлестные кольца, ну, вершинки. Достаточно относительно легенькая. Мордочка не перегружена. Видите, возвращается быстро, несмотря на бюджетный достаточно уголь. 24-30 тонн. Это вот бюджетный уголь, тот уголь, из которого хоть что-то можно сделать удобоваримое, да, в плане строя и так далее. Но вот разработчикам флагман это удалось. Легенд серии одна из самых приятных в бюджетном классе. Значит, здесь по дальности. То есть этот фидерок могут брать те, кто хочет работать дистанции 35, там 30-55 метров. Вот это оптимал. Вот, пожалуйста. Также универсал. Течение держит в рамках теста. Проверялось. Все хорошо с этим в этом отношении. Рыбу вяжет изумительно, и плотвичку он даже будет у вас там на 200 грамм хорошо вязать за счет вершинки там, да, и верхней части мягкий, гибкий. Ну и, соответственно, про леща и карпы говорить не приходится. Кстати, по карпу тоже очень хорошо, потому что средняя часть, ближе к рукояти, уже жесткая, упругая, и рыба становится управляемой на ней. Нагрузим. Видите, они идентичны абсолютно по строю. Очень приятные палочки. Ну вот, пока никаких вопросов у меня нету. Значит, 360 до 60. Следующий наш строй. Смотрите, видите, чуть-чуть начинает болтать немножко середину. Вот, в чем будет минус этой палочки, да, это в точности. То есть, скажем так, если для вас очень нужна точность, принципиально важное значение, и вы ловите на дистанции там под 60 метров, а это как раз вот рабочая дистанция этого фидера, то посмотрите, может быть, какие-то аналогичные другие модели, тот же Фотон Про, например, из Сабаниева, либо из флагмана, там это тот же Шерман, вот он будет бросать точнее, чем вот эта легенда. Но второй плюс его, он вяжет хорошо, да, за счет, он прекрасно вяжет. Вот видите, вот эти вот такие вот паразитки. Мне они не очень нравятся в этой серии, а самое главное, что чуть-чуть загружаешь, и начинает бланк, он как бы не собран в броске, он постоянно не собран. Вот это минус этой палочки, этого фидерочка. Ну, нагрузим. Да, видите, ну, сами видите, чуть-чуть иначе работает бланк. Ну, вот, но похоже. Похоже, просто дальше уже в серединке. Ну, соответственно, здесь уже сказывается немного уголь дешевенький, поэтому вот эти колбас идет в верхней части, и по балансу он немножечко тянет вперед. Также следующий у нас герой 360 до 150, это уже мощная палка. Видите, быстрого строя, никаком прогрессивности здесь и речи быть не может. Это быстрый строй. Вот эта палка, она очень популярна среди людей. И люди как бы не дураки в массе своей. Хотя есть исключения, да. Но вот они выбрали такую палочку для течения. Она очень хороша. То есть, видите, крупное кольцо большого диаметра. Катушки сюда вставляют 6-тысячник, 5-тысячник совершенно спокойно. Любой модели, любой фирмы, производителя. Видите, быстрый строй, абсолютно палка, не колбасня никакая. То есть она, помимо того, что она хорошо бросает, она еще и точно бросает. Поэтому вот течение, я на нее ставил кормушку 120 грамм. Больше у меня просто на тот момент не было. И никаких вопросов по бросковости, да, не было. Плюс еще был даже запас. Поэтому я думаю, что где-то 150 можно его смело грузить. Но плавным броском бросать, и там 60 метров, ну, в крайнем случае, там, смотря на чем вы ловите, там, и так далее, там, ну, я думаю, 60 метров, это и вот 65, это рабочая длина, вот верхняя граница.
да, по дистанции, честных, да. Потому что очень много рыбаков встречается, говорят, что они на 60 метров бросают, а потом, когда идет замер, там оказывается 40, не больше. Поэтому вот если честных 60-65, да, это вот он бросает хорошо. И как речник тоже у вас вполне пойдет. Нагружаем. Видите, уже другой совсем строй. Это уже никакой не прогрессив. Это средний быстрый строй, даже ближе к быстрому. Вот. Но вот для такого класса экстрахэвика он еще и вязать умеет рыбку. Поэтому имейте это в виду. Палка очень, очень неплохая из этой всей серии. Она прям вот выделяется ярким позитивным пятном. Значит, 360-100. Также противозахлёстные кольца. Без всяких ступенек ярко выраженных, да, чтобы были захлёсты. То есть здесь все хорошо. Рукоятка здесь потоньше. У меня вот рука не сильно большая, средняя, скажем так. Она у меня, эта палочка лежит приятно в руках. Приятно. То есть 360-100, мне она нравится тоже. То есть она, вот, скажем так, это младший брат до 150 со всеми абсолютно вытекающими. То есть точность также те же дистанции, только те же кормушки, ну, соответственно, в рамках теста. Да? То есть я на нее ставил 90 грамм, вот и она бросает. 100-120 уже прям вот тяжело, на дальней дистанции можно забыть. Вот единственный такой нюанс, я вам могу сказать. Да, ну вот видите, загружаю, ничего там не колбасит, да, мордочку. Все хорошо, давайте нагрузим. Да, ну вот видите, хорошо работает. Средний быстрый строит у нас. Так, дальше пошли уже такие более тяжелые артиллерии. 390 до 150 грамм. Вот. Толстая рукоять, ну, для меня лично. Ну, потому что, чтобы сделать такой строй из дешевого угля, нужно делать большую конусность. А большая конусность бланка – это толстый комель, да, и толстая рукоять, соответственно. Поэтому, скажем так, здесь вот этот минус, то есть это уже такой ближе к дрынчику такому палочка. Но, тем не менее, течение она будет держать в своем драмке теста и держит. То есть для течения можно брать крупные колечки, видите. Тоже ИД 6000 сюда совершенно спокойно войдет. Вот, тест указан 150, я на него ставил 120 кормушку, но запас еще был. Поэтому, скажем так, это вот аналог 360-го, только для дальних дистанций. То есть я бросал 65 метров, до 7, комфортный заброс 70, уже вот чуть-чуть мне тяжеловато на нем было. То есть приходится уже вкладываться. Ну, давайте нагружаем. Средний быстрый строй у него, тоже ближе к быстрому, даже вот по прогибу. Видите, по загрузке бланка. То есть она рассчитана на кормушки. От каких кормушек часто спрашивают? Но вот вы же понимаете, что если вы берете палку 150 грамм, просто некоторые люди говорят, а почему она не работает на 20, на 30 граммах? Но вот если вы палку берете там 150 грамм, и она у вас должна держать еще мощные силы, сильное течение, и плюс еще прекрасно работать и бросать 20-30 граммовые кормушки. Это же взаимоисключение. То есть, чтобы течение держать, морда должна быть жесткая. Эта морда уже не бросит такого веса маленький. Да? Поэтому вы берите просто палочку как-то не то, что там одну на все случаи жизни абсолютно. Значит, 390 у нас 100 грамм. Ну, опять же, как я говорю, младший брат, только в варианте 390. Мы смотрели 360, а теперь 390. Ну, то же самое, видите, вот чуть-чуть, вот единственное, что вот на нее колбасит слегка, да, видите, немножко. Ну, это за счет именно более малого теста и дешевого. Вот уголечек сюда дороже добавить, и вот этой колбасни уже не будет. Поэтому здесь из-за того, что бюджетный уголь, вот это вот мы имеем, вот этот минус. Ну, соответственно, средний быстрый строй, противозахлёстные колечки, в достаточном удалении, тоже катушки сюда все встают, бланк потоньше уже за счет теста, чтобы не такой дрынчик был. Нагружаем. Видите, вот он, стройчик такой, средний быстрый, уже ближе к прогрессивному, еще чуть-чуть будет прогрессивный. Так, ну и пошла дальнобойная артиллерия мощная. Это у нас 420-100. Вот здесь вот вопрос такой, что вот колечко, с моей точки зрения, близко расположено. Хотя я понимаю производителей, при этом подразумевается дальние забросы практически на стоячей воде, скорее всего. Но вот это вот колечко я бы сюда побольше немножко сделал, честно говоря, покрупнее. Потому что два раза у меня за него был захлёст плетней.
Вот. Рукоять толстая, мощная, для больших дяденек. Вот. Строй, видите, несмотря на то, что это все-таки такой дрынчик, но строй колбасни вот этой нету, именно за счет конусности. Вот если, видите, толстый бланк, вот они убрали конусность из дешевого угля. Два варианта. Это избежать, да, это добавлять уголь дорогой, соответственно, палка сразу по цене выбьется. Либо увеличивать конусность, соответственно, увеличить вес, толщину рукояти. Вот они пошли по второму принципу, чтобы из серии ее не выбивать ценой, соответственно, да. Вот. Неплохая палка по дистанции 75 метров. Ей покоряются достаточно свободно. Вот. Было дело, что я ей бросал кормушку 56,60 грамм, у меня получалось где-то 81-86 метров, вот такая дистанция. Но как бы не могу сказать, что легко, но и не тяжело. Ну давайте нагружаем. Пожалуйста. Вот такой строй. То есть бросковая палочка. В своем весе и тесте она будет еще вязать вам рыбку. Неплохо. Так, ну и следующее. 420-150. Быстрая, жесткая палка. С уже с правильными, видите, колечками. С хорошим, большим их диаметром. С правильным расположением по дистанции, по длине вот катушка держателя. То есть на него я ставил 150 грамм кормушку. Держит легко, бросает вообще легко. То есть общий вес там 200 грамм у меня получался. 190 вместе с кормом. 150 плюс корм. Поэтому совершенно спокойно. Вот у меня он рекордсмен был по дистанции. У меня она улетела на 91 метр. И в принципе в среднем таком силовом исполнении моем, да, не могу сказать, что легко улетело, вот, но минус, наверное, ее, но здесь ничего не попишешь, да, недорогая палочка, это вес и баланс, то есть, вот, она все-таки в темпе, ей ловить невозможно, то есть, это вот забросил и ждешь, там, 15 минут, перебросил, вот в таком варианте она удобоварима. Нагружаем. Видите, средний быстрый строение. Вот такой вот. То есть мощный бланк, то есть давайте вот сейчас сильнее еще вверх потащу, вот изо всех сил практически тащу двумя руками, даже ногу вперед выставил, видите, вот она только начала включаться, представляете, какой запас мощности у него, да, то есть единственное, что условие это бросать с постепенным ускорением, ни в коем случае не резким хлыстовым броском. Ну вот, господа, понагружали, посмотрели строй, я думаю, понятно, не знаю, вот большинству людей понятно даже без покидушек на воде с грузами, с перегрузом, да, каким-то. В принципе, ясно, что палки могут, что палки умеют, мы достаточно вот все, что можно посвятить в рамках магазина, мы это делаем, и я думаю, что неплохо. Хотел побыстрее сделать ролик, но опять не получилось. Вроде все надо, все, что говорю, надо. Не знаю, там, как еще побыстрее сэкономить время. Значит, по чехлу. Простейший чехольчик. Тот вариант, который, что он есть, что его нет, в принципе, не имеет никакого значения. На завязочках не впитывает воду. Это синтетика. Не мокнет, тоже это его плюсы. Соответственно, отдельные кармашки под каждое коленце. Вот. Тубусика для отдельного кармашка для вершиночек нету. Вершинки у нас, тубус с вершинками идет вот просто вставлен сюда. В общем, в двух словах так. Подписывайтесь на социальные сети обязательно. Не забывайте про бесплатные запасные части, что в рамках проведения акций каждый покупатель нашего магазина, каждый подписчик, который имеет, оформил заказ на полноценный с регистрацией на удилище, который имеет подписки на социальные сети, в рамках проведения акции имеет право получить две запчасти в год бесплатно. Все запчасти на Федера Легенды, в принципе, на весь флагман у нас в наличии. Поэтому, кто у нас покупал, звоните, обращайтесь. Если акции в данный момент на флагман нет в какой-то, да, вы получаете это за деньги, без запчасть. Единственное, если это акция, вы получаете, у нас покупали, вы это получаете бесплатно абсолютно. Единственный нюанс тот, что
Вам могут отказать менеджеры, если запчастей осталось немного, потому что мы анализируем, смотрим, учитываем, сколько фидеров у нас продалось и тех или иных моделей. И, исходя из этого, примерно держим запчасти, для того, чтобы все купившие именно у нас удилище, они могли получить его бесплатно. Эти запчасти, они остаются всегда. Поэтому, если кто-то приходит со стороны за деньги, хочет купить эту запчасть, менеджеры часто отказывают. Именно по той причине, что их осталось достаточно мало, и мы доставляем их только для своих клиентов. Но свои клиенты, наши покупатели, они получают эти запчасти. Конечно, если они сломали фидер, даже по собственной вине, то здесь никакой гарантии. То есть это бесплатно, абсолютно, просто акция по собственной вине, машины прижали, наступили как угодно, совершенно спокойно, люди сейчас обращаются, вот на Дайву очень много людей набрали, на НЗО, на Федора, да, и так далее, на бесплатные вершинки, вторые колена, поэтому обращайтесь, заказывайте на мультифиши, всего вам доброго и до новых встреч.